Привет, друзья! В этом видео будет еще один очень уникальный интересный аукцион, но пока не закончился предыдущий, в прошлом видео вы можете посмотреть, а там я вот такой на аукцион выставил вот такой вот альбом с монетами в штемпельном блеске. Он уже почти упакован, ждет своего будущего владельца. Вот таким вот образом я собрал все монетки, чтобы они были отложены и не перемешались, не попутались. Так как я каждую монету показывал в прошлом видео, они будут ждать вот своего покупателя 12 декабря в 10 вечера. Будут итоги по этому аукциону. И вот такая папочка и все монетки к ней. Также я говорил, что будет очень редкий и интересный подарок. Я решил все-таки показать, что я отправлю еще бонусом к этому альбому. И этим монетам это будет заготовка. Друзья, это будет заготовка настоящая под монету. Посмотрите, как она выглядит. Это не просто вырубленный какой-то кружочек, да? А это именно с Национального банка. Вот такая заготовка под монету. Давайте я покажу ее в сравнении с монетой. Это 5 гривен номинал. Вот, например, у нас есть монетка Харьков, 350 лет. Вот так выглядит эта монета, 2004 год. Ну и понятное дело, что они у нас совпадают, эти заготовочки. И давайте разместим. Ради интереса, мне было интересно взвесить, сколько вообще весит монетка и весит заготовка. 16,30. И заготовка должна в примерах также весить. 16,30. Даже заготовка идеально совпадает с данной монетой. Что я хочу сказать? Вообще заготовки — это очень тоже интересная тема. Вот, например, тоже заготовочка. Они... некоторые коллекционеры кладут к себе в коллекции. Как у меня в коллекции выглядят заготовки? Как вы знаете, у меня есть альбом. Вот, например, у меня есть монетки 10, 25, 50 копеек. К сожалению, пока под 50 копеек я заготовку не встретил, но заготовки под юбилейные монетки у меня удалось раздобыть. И одна у меня была запасная. Как раз я ее и разыграю. Она довольно интересная. Вот прикольно вот так вот в альбоме иметь и под обиходные монеты вот такие заготовки, и под юбилейные, если вы собираете. Так, друзья, ну что ж, это я показал, какой у нас будет подарок дополнительный к этому лоту. Так что обязательно участвуйте, посмотрите видео прошлое. Вы видите, эти банкноты 1 гривна здесь не просто так, а потому что аукцион посвящен именно этой банкноте. Я решил дубликаты выставить на торги, на аукцион. А у меня вот есть такой вот лот интересный. Тоже мне удалось его приобрести в банке. Две пачки банкнот из банка, которые не распакованы. Я решил, одну оставлю себе, а одну вот здесь вот на аукционе как раз и выставлю. Смотрите, особенность этих банкнот — то, что они не были в обороте, они полностью запечатаны, они полностью у нас uncirculated, не были в обращении. Давайте я вам покажу, как можно вообще ориентироваться, какие стоимости на данные банкноты. Есть такая замечательная книга у Максима Загребы, посвящена она всем нашим украинским банкнотам, которые выходили. Очень-очень интересная. И здесь можно посмотреть по сериям любые банкноты Украины. Можем посмотреть на подпись, видите, и сравнить ее с каталогом. Это у нас Гонтарева. Видите, с 14 года она у нас расписывалась. То есть, значит, это банкнотки у нас, скорее всего, 14 года. Здесь у нас написано 15-й. Ну, мы глянем сейчас конкретно по серии. По серии, и сразу видим, какой год на банкноте. Потому что здесь вот оно не просвечивается, потому что банкноты закрыты. Давайте посмотрим. Видите, серия UL. И давайте попробуем найти эту серию в книжке. Вот, эта серия, 2014 год, 1 гривна. И в состоянии uncirculated у нее стоимость 5 гривен. Оценена вот такой вот книгой. То есть фактически банкноты в перспективе можно продавать в таком состоянии по 5 гривен за штуку. Ну, либо на самом деле у меня есть на канале видео, там где я перебирал и распаковывал вот такой вот пак. Очень много нашел номеров подряд. На самом деле здесь можно встретить что-то интересненькое. Это отдельная тема — разобрать вот эти вот банкноты. Так что мы увидели, как определять
банкноты, каким каталогом, увидели ориентировочную стоимость банкнот. Ну, в данном случае, конечно же, я буду выставлять это с 1 гривны. С 1 гривны, с каким-нибудь блицем, я думаю поставить 2500 гривен. Но к этому блоку также будет идти от меня интересный банкнотный подарок. Так что участвуйте в торгах. Я решил финал этого аукциона тоже сделать 12 числа в 22.20. Друзья, сразу после первого аукциона будет итог вот такого второго аукциона. В принципе, довольно интересный. И перебрать, посмотреть, что же там попалось. Возможно, какие-то или года, ваш какой-то год может быть, или по порядку какие-то цифры. Но мы не знаем, так как он полностью, гляньте, запакован и запечатан. Ну что, старт с 1 гривны, пишите. И, пожалуйста, не делайте необдуманных ставок. Ставьте только тогда, когда вы реально захотите что-то приобрести и готовы заплатить ту стоимость, которую вы написали. А иначе мне придется вас блокировать на своем аккаунте, если вы просто так что-то будете писать. Ну что ж, подарок у нас определен для вот этих вот монеток в прошлом аукционе. А этот тоже будет ждать, я сделаю отдельный видеоролик. А, кстати, друзья, у меня будет вот такая одна пачка на продажу, 450 гривен, она у меня одна осталась. Если кому-то нужно, пожалуйста, напишите мне в Telegram, ссылочка будет в описании. Ну что ж, всем пока!